Ага. В прошлом видео я намеревался разгромить этого задуна, да? Заметки, там нух тазюнат. Около Барье и там нух около Дуркуба. Да, ага. Назад. А задун захочет убежать, конечно. Вряд ли ему удастся. Лучше бы он бежал к Тибандре, конечно. Но он решил, что он справится один. Он со мной еще не знаком. Мое имя Вен. Запомни его, вскоре ты не раз обо мне услышишь. Да, моя слава бежит. И я грязное ничтожество. А ты сейчас будешь та грязь, в которой это ничтожество вываливается. Да, конница, значит, верхом. Что у меня тут? Тяжелые стрелки, конные стрелки. Тоже верхом. У меня еще стрелки какие-то есть. Ну не знаю. Борча убил уже конного бедуина, хана, гвардейц вечного круга, моли, хана. И так, свадийские конные наемники. Понятно, что этой. Я не знаю, где он понабирал этих всех людей, которые у него в отряде. Но им ясно, что им не выстоять против такого отряда, как у меня. Ни в коем случае. Поэтому мы их уверенно побеждаем. Ну, правда, какой-то египетский копьеносец размахивает. Наверное, копьеносец. Да, копьеносец. И мира опять оглушена с армейским миру. Часто оглушаю слишком. Надо ее отправить в Шарис, посадить на это самое. В Шарис. Пусть ее. Пусть она прокачивается дальше. Надо взять кого-нибудь типа Матильд, наверное. Да, Матильд. Матильд забрать, чтобы она набивала себе очки. Это самое. А оружие. А миру посадить назад в Шарис. Так, продолжаем. Мир задун. Ну ладно, иди, вы славно бились. У меня есть тут его саранитские мамелюки. Я, короче, позахватывал всех этих копьеносцев. Египетские лучники, бедуины. Их продам, короче, всех потом. Ну, не знаю, мне тут... Кого тут? Северные пираты, пиратский шкипер. Наверное, надо было взять пиратского шкипера. Но я не знаю, кого отдать. Всадника отдать. Конного стрелка, наверное, отдам. А возьму пиратского шкипера. Остальных всех отпущу. Ну, вот охранники каравана есть. Ну, отдавать некого. Некого. Ладно, пусть будет так пока. Хотя зря, конечно, наверное. Вот, есть саранитский стальной щит. Который я заберу, значит. Ну, остальное все это на продажу. Остального всего у нас хватает. Так, собрать остальные 28 вещей. И мы, значит, опять возвращаемся к Ривайдину. Большая вражеская армия замечена около Тибандра. А здесь я посещаю таверну. В общем, я занимаюсь совсем не тем, чем я хотел заниматься. Так, привел несколько пленных. Я хочу их продать. Мамелюков, саранидов, ну и вегиров тоже продам, конечно. Всяких бедуинов и все остальное я продам их. Это совсем не то, чем я хотел заниматься. На рыночную площадь торгую с доспехами. 116 тысяч. Я хотел воевать со свадами, а почему-то воюю с саранидами. Непонятно почему я так... Мне так получается. Надо, наверное, все-таки развернуться и уйти. И двигаться, значит, в сторону сюда свадии. Короче, банда на банду. Стенка на стенку. Тяжелые всадники,
Рыцарей два. Один рыцарь. Эксводов тоже плохо дело с этими делами. Так, посмотрим, кто тут у них есть. У них тут есть Плайс, Даниэль, Деспин, Мэтью и граф Деглан вводит их всех. Деглан, наверное, этот самый, как его называют, маршал. Ну, а вот еще два каких-то товарища. И это значит у нас Регас, у которого 10 рыцарей. Все, Регас не уйдешь. Идем за Регасом. Нам нужны рыцари. Все, не уйдешь. Да, мы снова встретились. Минус 11. Сдавайтесь или умрите, грязное ничтожество. Ну, это все хорошо. Так, конница. Верхом. Конные стрелки верхом. Тяжелые стрелки атакуйте. Надо рыцарей. Рыцари. Какой там любимая дубинка? Нам нужны рыцари. Сержанта убивают, а нам надо рыцари. Вот они. Вот они, не рыцари. Регас, который не нужен мне. Есть. Ага. Свадийского рыцаря. Хотя бы одного свадийского рыцаря уже лучше. Понятно, что нам нужны рыцари. Рыцари, потому что это... Сразу, ну там лучше девок только так. Жасмин убила его. Убийство рыцарей не входит в наши планы. В наши планы входит оглушение рыцарей. Гвардеец. Если он грубо оглушил рыцаря. Да ты посмотри, собака бежит. За секунду перед тем, как самому сдохнуть, оглушил Тамару. Да и рыцарь где-то там есть. Вот он, вот он. Оба, и он. А там бомбайда. Ну зараза какой. Ты посмотри, что он делает. Есть. Гвардеец. Лично круга его глушил. А то он меня забил бы. Пристроился. Так что я не могу повернуться и... Сержант, забить сержант. Ты что не умеешь там? Копьем что ли стукнули? Свады в поле, конечно, тяжелые ребята. Рыцари-то да, это серьезно. Сейчас еще чем-то кидаются, сейчас чем-то... Все, сейчас убьют, надо уходить. Все, я ухожу. Все, ухожу. Ну вот. Убито 5, ранено 21. Ну это немало. Для такого небольшого отряда. Угу. Все. Победили. Регас убежал. У нас есть 6 рыцарей. 6 рыцарей. Но все остальное это сержанты, там тяжелые всадники. Это такое. Кого мы продадим? Продадим, да. 6 рыцарей. Это тебе не так себе. А так себе так. Так. Вот у нас тут еще есть латные доспехи. Ага, рыцарские боевые лошади, шлема, рукавицы. Угу. Ух ты. Вот это мы, короче, этого Регаса. Угу. Отлично, просто мы с этим Регасом разобрались. Тут у нас еще лошади. Ну, а остальное все это же, говорю, это на продажу. Все остальное это на продажу. 10 из 12 вещей. Ну все, надо уходить, надо уходить. Опять кривой Дину.
Здорово, они подолбали нас. Вот так вот. Посещаю таверну, где мы продадим, значит, пленных. Но сержанта вот этих продадим, свадийских тяжелых всадников, свадийских тяжелых пехотинцев, метких арбалетчиков и тяжелых мечников. У нас осталось 6 рыцарей. Так, на рыночную площадь опять торгуют с доспехами, где мы продадим уже вот эти шапочки, вот это продадим, наверное. И дистриров тоже продадим. Топоры. Все, на 4, считай, с половиной тысячи назад. И еще торгуют с разными товарами. Купим здесь мед, сушеное мясо и сыр. Прекрасно. Назад. Вернуться, уйти. И значит, у нас там у кого-то из девок. Хана, Катарина, Саманта и Молли. Саманта. Поговорим с Самантой на твое вооружение и снаряжение. На твое снаряжение. Ну, значит, ей дадим вот такую лошадь. Да. Ну, в общем, латные доспехи мы им такие давать не будем, потому что это мужские латные доспехи. Бомбайт. Даниэль. Дасун, Даниэль. Не, да, давайте лучше, наверное, своих будем одевать этих, кто будет этим самым. Вот Лизалит, например. Низар. Жеремус. Ну, в общем, мы оставим, потому что там еще есть Алоен. Я не знаю, в чем одет Алоен. Поэтому мы пока что оставим их здесь. Угу. Вот так вот. Здесь все это оставим. Да, надо будет кому-то отдать это все, еду эту. Сейчас кому-то мы эту еду всю сложим. Без еды армия тоже не может воевать. У нас уже есть, наверное, кого это самое зашу. Надо будет съездить в Шарис, и там уже будем смотреть. Продолжить путешествие, отряд. Значит, поговорим с Лореной о ее навыках, о своих навыках. Расскажи, Лорена. Не, ловкость его 17, и мы ей все-таки дадим владение оружием уже, так и быть. Пусть будет у Лорены владение оружием, теперь будем качать только силу. Ну и все, пока что, ладно, подождем, нет. Сбор трофеев ей дадим. Обучение. Ну да, пусть будет. Обучение готово, неважно. У нас тут, кто у нас там был? Дасун. Айден был, да? Поговорим с Айденом. На твое имущество, Айден. Ну, Айдена тут много имущества, все забито. Еда это ему ни к чему, неважно. И значит, мы... Айден, Лукасу. Говорит с Лукасом. Твое имущество, у Лукаса тоже тут достаточно имущества. Угу. Так, ну все-таки мы ему сбросим сюда всю эту вот курятина свежая там. Вот это все такое. Вот это мы посбрасываем. На. А это мы сейчас переместим выше просто. Это готово. Лагерь. А, нет. Зачем нам лагерь? Вещи. И здесь мы эту колбасу сюда. Хлеб вот этот вот так, да, да. Мед тут у нас есть. Ну, а сюда, наверное, надо взять у кого-то все-таки, наверное, отряд. У... Да у Айдена же это самое. Не возьмем твое имущество, Айден, и заберем у него здесь.
Значит, эту самую свежую говядину. Ну. Назад и не важно. Так, мы можем уже, наверное, потихоньку собирать. У нас, наверное, есть уже на это самое подкрепление из Ульбурбан. Пожалуйста, мне подкрепление не подходит. У меня нету ни ополчения, ни подкрепления. Но сколько бы ни брал я Роглека, к нему подходит и подходит, значит, ополчение и все остальное. Ну, значит, дальше мы, я же не знаю, наверное, будем двигать опять же, наверное, на свадов. Ну, сначала мы, наверное, сколько у нас тут? 5 человек мы можем нанять. И мы, наверное, наймем 5 человек свадийских рыцарей. Лучше выкинем кого-нибудь, еще одного благородного гвардейца наймем. 12 будет, 13 благородных гвардейцев. Конный наемник, кто у нас тут есть? Конный арбалетчик, меткий лучник, охотник за рабами, всадник, конный стрелок. Вот это с конным стрелком, наверное, и расстанемся. Да, с свадийским рыцарем еще поговорим. Все, 13 благородных гвардейцев, и это уже не шутки. И это уже хорошо. Да, крепко нас побил, короче. Кто там, Регас или кто там он был? Надо было бы, наверное, отдохнуть понемногу. Ну ладно, поедем, посмотрим. Отряд потихоньку восстанавливается. Где тут у колотиль Баута замечена большая группа врагов? Не знаю. Может, они осаждают Тильбаут? Леди Тамара, опа. Леди Тамара переходит на уровень 8. Леди Тамара, поговорить с тобой. О своих навыках расскажи мне. Значит, 13. Ей надо 14 сил. Ей надо же этот самый. Но ей надо и ловкость. Но ей надо интеллект и харизма. Я даже не знаю, что с ней делать. Не, наверное, пусть силы так и будет. Будем давать ей, значит, уже интеллект. Угу. И значит, мы здесь можем ей дать уже мощный удар и добавить еще что-нибудь вроде поиска пути. Древковая. Все готово. Продолжим. Леди Тамара сразу так поумнела. Прям на глазах. Только что дура-дурой была. Угу, тяжелый всадник, граф Раффорд. Не нужен нам тяжелые всадники, графа Раффорда. Нам нужны... Опа, а это кто у нас? Айден. Два рыцаря, три эсквайра. Тяжелые всадники, два рыцаря. Это неплохо. Нападем на Айдена. Ну, мы его, наверное, не догоним. Не догоняем. Один попался. Угу. Да, да. Давайте, граф Айден, сдавайтесь. Ну, все, традиционно. Конница и конные стрелки, значит, садут вверху. Все, тяжелые стрелки уже будут как себе там придумывать. Конечно, ей надо было дать Тамаре этот самый Моргенштерн, желательно бы тяжелый, это надо, значит, сил 14. Ну, если сейчас, ну, наверное, все-таки надо силу ей прокачать. А вот они, ихние, то ли рыцари, то ли сквайры. Рыцари, это если рыцари, то значит рыцари.
пей, значит, сводись на крыс. Ну и уже оглушили. Убит. Сводийский рыцарь убит. Было всего два, и один уже убит. То, что сквайр убит, понятно. Сквайры не попадают в плен, насколько я заметил. А вот рыцари, конечно, да, это совершенно не дело. Цвета продолжить. Ладно, словно бились. Ну, все-таки есть один рыцарь, и это хорошо. Сержант, тяжелый всадник. Одни свады. И очень немного. Доступ к вещам. О, еще два этих самых латных доспеха. Прекрасно. Три шапки замечательных. Пластинчатый 54. Рукавицы, моргенштерны, щиты, топоры, да ну ты шо, вообще красота. Да, ничего не скажешь. Собрать остальные 14 вещей. Свадийский всадник, свадийский, да пусть бегут, они нам не нужны. Так, лагерь, посмотрим, на повозка с походным арсеналом, что мы туда сбросим, если у нас место. Место у нас тут есть, но очень немного. Так, ну вот остальное все я не знаю, куда мы будем девать. Ну, как, я знаю, куда девать. У нас есть товарищи, которым можно это положить. Угу. Лукас, Айден, Дасун. Поговорим с Айденом. На твое имущество, Айден. Нет у него тут что положить. Неважно, значит, Дасун. У нас Лукас. Поговорим с Лукасом. Твое имущество. У Лукаса много имущества. Еще свободного места для имущества. Ну, в общем, мы этих ребят и брали для того, чтобы... Ага. Складывать им сюда вот такое вот. Ну, не знаю. Ну, еще и лошадь возьмем. Ладно. Может, будем тяжелую конницу создавать. Ради бога. Так, не важно. Готово. И значит, мы здесь уже. Свадийский рыцарь. Готово. Свадийский рыцарь. Ну ладно, поедем. Опять в Ривайдин, опять в Ривайдин, поедем продавать. Опа, а тут Таису убивают. Ну-ка посмотрим, кто тут его. Ага, их 89. Грозные очи мимо чешет. Значит, у меня в строю 207 бойцов, продолжить. Я уже в минусе Таиса с Раффордом. Они просто тупо от меня убегают. И Диглан, и Джейкоб, и Рапорт. Ну, я, наверное, помогу Таисе, да. Но это будет уже... Ага, в следующем видео, да. А пока всё.